Как следует из приговора, 33-летний рулевой ПАЗа Виталий Блинов преступление совершил по неосторожности. У автобуса, ехавшего с горы по второстепенной дороге, отказали тормоза, и он на большой скорости выехал на трассу Саиногорск-Черемушки. Там врезался в пикап и перевернулся. Один пассажир ПАЗа погиб сразу, еще двое позднее умерли в больнице. Всего в ДТП пострадало почти 20 человек, и эта авария стала предметом серьезного разбирательства по всем автохозяйствам республики. Почему у автобуса была неисправна тормозная система, выясняется до сих пор. Сам же виновник происшествия в ходе всего следствия молчал, ссылаясь на статью Конституции, и только в суде взял вину на себя. Государственное обвинение просило 3 года лишения свободы в колонии общего режима и 3 года лишения права управления транспортными средствами. Суд принял во внимание признание подсудимого своей вины, который в ходе судебного заседания вину полностью признался, Дейнов раскаялся, также наличие на иждивении 3 малолетних детей.